Всем привет, с вами Давид. Мне 14 лет, и уже 7 лет я занимаюсь в различных театральных студиях. Я участвую в театральных постановках и принимаю участие в различных фестивалях, где набрался актерского опыта. Мне очень нравится кино, петь и танцевать. В будущем я намереваюсь стать киноактером. В основном я хочу играть хороших персонажей, однако с удовольствием сыграл бы и злодея. Это моя мечта. Всем удачи, пока!